Подходите, пожалуйста, выйдите из очереди. Следующий, ваш паспорт. Добро пожаловать в США, мэм. По мотивам романа Колма Тойбина «Бруклин». Дорогая Роуз, скучаю по вам с матушкой. Думаю о вас каждый день. Самая главная новость, меня взяли на работу. Живу я в пенсионе. Наконец-то ты сегодня получила письма из дома. Мне надоело постоянно хотеть быть ирландкой в Ирландии. Тоска по дому подобна любой другой болезни. Она пройдет. Потанцуешь со мной? Я не ирландец. А что делаешь на ирландских танцах? Мне очень нравятся ирландки. Я кое с кем познакомилась. Он итальянец. На выходные поедем на Кони Айленд. А купальный костюм у тебя есть? Почему ты мне не сказал, чтобы я надела купальник под одежду? Я думал, ты в курсе. Тони! У меня к тебе вопрос. И ты наверняка ответишь: ой, слишком рано. Ты придешь к нам на ужин познакомиться с моей семьей? С удовольствием. Нравится итальянская кухня? Буду говорить плюх каждый раз, как замечу проблему. Отлично. Плюх! Ты только что обрызгала его мать, отца и стены. Давай еще раз. Готово. Должен сказать, ирландцев мы не любим. Эй, эй. А что, не любим же, это известный факт. Встал. Ай. Fox Searchlight Pictures представляет. Соболезную. Когда будут похороны? Ты, наверное, домой хочешь. А что будет с тобой, если я уеду? Мне будет страшно. Страшно, что я не вернусь? Да. Дом есть дом. Прекрасный фильм, снятый в традициях классического кино. Ирландия, наверное, кажется тебе странной. Это был Джим Фаррелл? Завидно, жених. Моя жизнь ждет меня за океаном. Здесь тебя ждет жизнь не хуже. Если уедешь, я останусь одна. Я хочу, чтобы ты осталась здесь, со мной. Бруклин. Дом есть дом. Автор сценария Ник Хорнби.